dan spadate. Вас приветствует Маримба Плюс! Никита, что с акустикой? Будет она сейчас? Все нормально. Итак, друзья мои, мы буквально первый раз, наверное, в жизни при публике собирали Маримбу. Вы видели это, нет? Видели? Вы знаете, честное слово, не специально. Дело в том, что только что мы вернулись с фестиваля, первого фестиваля в Москве, джазового, который проводился в Доме кино. Это первый фестиваль, который стартовал, открылся, и нам довелось его, собственно говоря, открыть и быстренько убежать. Мы сыграли одну композицию, именно эту. Она называлась «Самба Лео». Маримба Плюс. И дальше сразу очень хочется окунуться в африканские страсти. Вы почувствуете сегодня невероятное совершенно тепло и даже более. Дорогие друзья, сегодня на концерт мы привезли инструмент, который был куплен в Уганде, в городе Кампале. Это совершенно уникально, я сейчас покажу обязательно его барабан, который называется Long Drum, длинный барабан. Естественно, что все, что больше 20 сантиметров, в Африке символизирует мужскую силу. Поэтому сегодня, да, дорогие друзья, это доходит до того, что женщинам, в принципе, даже не позволяют дотрагиваться до этих барабанов, потому что они считаются ритуальными. Поэтому для того, чтобы вы ощутили сегодня всю силу, не только мужскую, но давайте пусть это будет для всех сегодня, да? Сейчас я его покажу вам. Итак, Long Drum. А композиция называется Afrobeat, африканский бит. Thank you.
Кстати говоря, мы недавно совсем выложили это видео в YouTube, и нам очень приятно, что сейчас это видео буквально на 4-м месте в мире среди всех посвящений замечательной певице, удивительному композитору, человеку, с которой в моем сердце и моем творчестве много лет. Это Бьорк, удивительная совершенно исполнительница Бьорк Гудмундсдоттир. Так вот, сейчас наша композиция «Альдебаран» на 4-м месте среди всех посвящений, которые были сделаны за, в общем-то, достаточно большой период времени. Итак, композиция называется «Альдебаран». Thank you.
Киеве я с удовольствием представлю наших музыкантов. Татьяна Шишкова, вокал! Сергей Натник, кларнет, бассет-горн, вокал! Сережа очень часто спрашивает, что же такое бассет-горн. Покажи, пожалуйста. Бассет-горн, друзья, это альтовый кларнет, почти как бас-кларнет. Это он! Бассет-горн! Алекс Мужков, гитара! Евгений Ярин, бас-гитара! И Артём Витязев, барабаны! Нам очень приятно, что Маринка Плюс состоит из музыкантов, которые попали в этот коллектив отнюдь не случайно. Очень жесткий был кастинг, очень жесткий, чрезвычайно. На одно место огромное количество музыкантов. И вот нам, да, 250 вокалистов подсказывает Татьяна Шишкова. Вы знаете, но таких, как Татьяна, нет по одной простой причине, что совсем недавно Татьяна заняла престижное, почетное место гран-при как лучшая вокалистка, исполняющая фламенко в России. Причем этот конкурс учрежден испанцами, которые приезжают в Россию, занимаются у них своей школы, и именно они признали Татьяну одной из самых выдающихся исполнительниц фламенко. Итак, чтобы продемонстрировать это, Танечка, это тебе аплодисменты, мы хотели бы исполнить композицию, которая называется «Испанская фантазия». Ya no puedo vivir, ya no puedo vivir, que me la
Записанная на пластинке, которая называется Flight Over the World, полет над миром. Наши альбомы представлены здесь, в замечательной, потрясающей коллекции, которую выпускает компания Artbeat. Дорогие друзья, обязательно подойдите к стенду, посмотрите, каких дисков вы и такого выбора качественной, джазовой и не только джазовой музыки вы, пожалуй, не найдете нигде, да еще в таких коллекционных, потрясающих изданиях. Наш сайт marimbaplus.ru, где вы можете посмотреть огромное количество материала о нас, наши выступления, в том числе скачать нашу пластинку. Всегда можно там посмотреть огромное количество свежих видео. Итак, следующая композиция прозвучит на арабском языке. Называется она Eastern Market, Восточный базар. Thank you.
Спасибо большое. Маринь Баблёс. Друзья, мы сделаем небольшой перерыв, буквально 5-7 минут, чтобы вновь вернуться к вам и зажечь. Спасибо большое. Друзья, скажите, пожалуйста, как у вас настроение? Ну, слава богу. Мы будем поднимать с каждой композиции, постараемся, по крайней мере, градус вместе с вами. Вы знаете, невероятно совершенно тепло и приятно стоять на этой сцене перед вами. От вас идет совершенно потрясающая энергетика, вы так слушаете. Скажите, такое ощущение, что многие видят нас сегодня первый раз, это правда? Можно вот поднять руку, кто первый раз видит Марину Плюс? Ого! Ничего себе! Потрясающе! Итак, композицию, с которой мы начнем второе отделение, она прозвучит на языке, на великом древнем языке хинди, и посвящена она Индии. Называется эта композиция «Маримба Чалан». Походка в стиле маримбы. Oh,
И сейчас, дорогие друзья, мы хотели бы сменить немножко этно-колорит, если вы позволите, конечно. Давайте попробуем. Это такое ощущение складывается, что Маримба Плюс играет только композиции, посвященные разным странам. Отнюдь. У нас есть целая программа композиций, с которыми мы выступаем на больших площадках, на опен-эйрах. Многие, может быть, видели нас на фестивале «Дикая мята», где перед тобой огромное поле и невероятное количество диких совершенно людей. Итак, да, помяток мне подсказывают. Бывает и такое, смотря сколько дней вы на фестивале, потому что туда люди на 3 дня заезжают. Итак, композиция называется «New Heart» — «Новое сердце». Вы готовы? Вот сейчас нужно. Вы готовы? Yeah.
Ну как, получилось у нас, друзья? Отлично. Но без следующей композиции, наверное, мы бы были не Маримбы. Плюс дело в том, что состояние, о котором мы сейчас будем играть, наверняка многих ждет, может, у кого-то уже это было, но все знают, что это на всю жизнь. Забыть это невозможно. Итак, композиция называется «На свадьбах Молдовы». We'll be right back.
руководитель ансамбля «Маримба Плюс», композитор, маримбофонист, перкуссионист Лев Слепнер. Друзья мои, вы хотите еще? Не вопрос. Never, 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 never
Композитор.